В прогнозах синоптиков на выходных установится одлига с мокрым снегом и дождем. По информации областного гидрометцентра, у субботу и неделю температура поветра на протягу суток будет находиться в межах от минус 2 до плюс 3 градусов. В особных районах чакается туман, гололед, на дорогах гололедица. Да и закликая водителя у складанных умовах надворья быть особливо уважливыми на дорогах. Выбирать хуткость руху, дистанцию, боковый интервал с уликом стану проездной частки и конкретной ситуации на дорозе. Отмовиться от необдуманных маневров и обгонов.